Because confession of the word of God can come from two places also. Потому что исповедание слова Божьего тоже может исходить из двух мест. It can come from your heart. Оно может идти из вашего сердца. From your spirit man. Из вашего духовного человека. Or it can come from your head. Или может идти из головы. You can know scripture. Вы можете знать хорошо Писание. And have no power. И при этом не иметь никакой силы. Amen. Аминь. You know, a lot of what I'm teaching is based on experience. Много из того, о чем я вам рассказываю, основано на моем личном опыте. Even my own experience. На моем личном опыте. I misunderstood some things. Я тоже неправильно понимал некоторые and вещи. And I probably still need a lot of work. И, наверное, мне еще над многими вещами нужно дальше работать. But what I'm teaching you tonight, I know works. Но то, чему я вас учу сегодня, я знаю, что это точно работает. I know. Я знаю. So, when you speak the word of God, когда вы говорите Слово Божье, don't fall into something that, well, I gotta confess, you know, the Lord is my shepherd, I shall not want, the Lord is my shepherd, I shall not want, the Lord is my, that is not what the word of God is. Не впадайте вот в эту, Господь мой пастырь, ни в чем не буду нуждаться, Господь мой пастырь, ни в чем не буду нуждаться. Это не есть правильное исповедание. I'm gonna explain very briefly why. Сейчас я коротко объясню, почему. So, this cup represents grace. Например, эта чаша представляет собой благодать. This cup represents the law. Это закон. Amen. Amen. And Jesus finished the law. Иисус завершил закон. But what was the law based on? Но на чем был основан закон? What was the key issue of the law? Какой был главный момент в законе? First of all, it was there because of the transgressions of men. Прежде всего, закон появился из-за преступлений людей. It wasn't God's original plan. Это не было изначальным планом Бога. God's original plan was on this side, with, called Abraham. Изначальный план Бога был с этой стороны, он начался с Авраама. Amen. Аминь. The law was based on if you do. Закон был основан на таком принципе: если вы делаете, God will do. То и Бог будет что-то делать. Amen. Да? It's based on your works. Все было основано на ваших делах. But the grace is based on what he did. Основано на том, что он сделал. You just have to believe it. Вам лишь нужно в это поверить. So what happens? Что происходит? If I sit here and I say, well, I need to confess. Когда я сижу здесь и говорю, мне нужно исповедовать. The word of God. Слово Божье. For this to happen. Чтобы это произошло в моей жизни. So I confess it, let's say 20 times. И вот я исповедую это раз 20 раз. And nothing happens. И ничего не происходит. Then I confess it another 20 times. Потом исповедую еще 20 раз. And nothing happens. Ничего не происходит. And I just sit there and confess and confess and confess. Я сижу, исповедую, исповедую, исповедую. Where am I in this illustration? Где я нахожусь вот в этой иллюстрации? Am I here? Я здесь? Or am I here? Или здесь? Think about it. Подумать. Just think about it. Просто подумать. I'm here. Я вот здесь. Because I'm saying, if I do, потому что я себе говорю, если я вот это сделаю, then God will do. Тогда Бог сделает. So I've moved back into the law. Я возвращаюсь таким образом обратно к закону. And today, Word of Faith, Pentecostal, Charismatic, you know, churches. И сегодня пятидесятнические, харизматические церкви, церкви Слова Веры. From the Orthodox to the Catholic to the Baptist and everybody else. Православные, католики, все остальные, которые только есть. And if you're not careful, home church. Если вы не осторожны, то это может быть и в home church. And Faithway church, that's mine. И в моей церкви Faithway. I'll show you. Я покажу, что имею в виду. And if that's you, если с вами так произошло, receive correction, то примите вот это исправление, receive grace, примите благодать, and receive a revelation. И примите откровение. So let's say, I'll just use a name, you know, let's say, you know, Brother Jimmy. Например, какой-то брат Джимми. I don't have a Jimmy in my church. В моей церкви нет Джимми. And if there's a Jimmy here, it's not about you. Если здесь есть Джимми, это не о вас. No, because here it's just like three names. It's just like, you know, Dimas and Sasha. Потому что такое ощущение, что у вас всего три имени в церкви. Там Дима, Саша и все. That's it. It was like, you know, there's like three names in Ukraine. Всего три имени. So Jimmy has not gone to church. You know, Jimmy used to come to church. Если, например, раньше Джимми ходил в церковь. You just sit in the second row. Сидел во втором ряду. But Jimmy hasn't been in church for 3 weeks. Но вот Джимми не было в церкви уже 3 недели. And we heard something bad happened to Jimmy. И мы услышали, что с ним произошло что-то плохое. He broke his foot. Он сломал ногу. Watch the church. Наблюдайте, что делает церковь. Nah, not this church. Ну, не ваша, конечно. The other church. Другая. Well, I guess that's what happens to him for not coming to church. Наверное, это с ним произошло за то, что он в церковь не ходит. No, you've never said that. No, you never. Вы такое никогда не говорите, я уверен. Oh, so, wait a minute.
Now, there's a consequence from separating yourself from God. His name is the devil. Конечно же, есть последствия того, что вы отделяете себя от Бога. Это последствия, это дьявол. You don't have to go too far from the shadow of the Almighty to encounter Him. И не нужно далеко отходить от тени Господа, чтобы встретиться с дьяволом. Amen. So maybe Jimmy, you know, he was at the club. Возможно, Джимми был где-то в клубе. He was dancing. Танцевал. And boom, he broke his foot. И подвернул, сломал себе ногу. Because he was drunk. Потому что был пьяным. So it was the devil and him. То есть это был виноват и дьявол, и он. But the church, но церковь, the Holy Ghost Church, церковь полная Святого says, Духа, говорит, that happened to Jimmy, это произошло с Джимми, because he wasn't in church. Потому что он не ходил в церковь. All right? Да? Now, sweet little Mary, she's the one that's always in church, she always prays. И вот милая, добрая Мэри, которая все время в церкви, все время молится. You know that she's so holy, she floats sometimes. Такая святая, что иногда над землей несется. And, you know, sister Susie, и сестра Сьюзи, is struggling with her marriage. Имеет проблемы в браке. I'm being silly, but there's a lot of truth in this. Я, конечно, сейчас шучу, но в этом есть очень много истины. She's struggling with her marriage. У нее проблемы в браке. She's believing God for a miracle. И она верит Богу в чудо. But it's a fight. Но для нее это сражение. It's a fight for her husband. Она сражается за своего мужа. And I mean, I'm talking about stories that I live with. Я говорю о тех историях, с которыми я сталкиваюсь. And she's believing God, and she's doing everything she knows how to do. И она верит Богу, делает все, что только знает. And she comes to prayer meetings. И она приходит на молитвенные собрания. But sometimes she misses the prayer meetings. Но иногда она их пропускает. And sometimes she misses church because her husband beat her up and she can't get out of bed. И иногда она пропускает церковные собрания, потому что муж ее так сильно избивает, что она не может подняться и прийти в церковь. And then she comes to church again. И вот она снова приходит в церковь. And sweet little Holy Mary. И дорогая, милая, святая Мэри. Comes to Susie and says. Подходит к Сьюзи и говорит. Your problem. Твоя проблема is that you're not praying enough. В том, что ты недостаточно молишься. Are you guys with me? Вы еще со мной? What is this? Что это такое? It's the law. Это закон. It's all the law. Это все закон. You know, Jimmy broke his foot because he doesn't come to church. Oh, so because I come to church. Джимми сломал ногу, потому что не ходил в церковь. Значит, если я хожу в церковь, Бог будет меня благословлять. Watch this thing, church. Следите за этим. Pay attention to this. Будьте очень внимательны. Because she doesn't pray enough, God's not fixing her marriage. Из-за того, что она недостаточно молится, Бог не исправляет ее брак. You're telling me it's all based on works now. То есть оказывается, теперь все у нас на делах основано, да? So we're right back to this. Мы обратно возвращаемся к закону. We're right back to the law. Обратно к закону. It's about what I do. Теперь все зависит от того, что делаю я. And if we're not careful, we'll apply it to finances. И если мы неосторожны, мы применяем это к финансам. And people will give. И люди дают. Because they think they have to give so they can receive. Потому что думают, что они обязаны давать, чтобы они могли что-то получить. Now, don't misunderstand me. There is a principle of seed time and harvest. Не поймите меня неправильно. Есть принцип сеяния и жатвы. Very simple principle. Это очень простой принцип. No seed. Никакого семени. No harvest. Значит, никакого урожая. Simple. Все очень просто. But it's not because of the act. Но это не из-за самого действия. Are you guys with me tonight? Вы еще со мной? Get this. Поймите, что я хочу. Fix it. Исправьте это. Because Christians, we go from grace to the law, from grace to the law, from grace to the law, 10 times a day. Потому что нас христиан носят от закона к благодати, от закона к благодати по 10 раз на день. That's why Paul made a big point. Поэтому Павел очень сильно подчеркивал. And he said, well, what does it have to do with word of faith teaching? This is everything. Вы скажете, ну какое это отношение имеет к учению о вере? Это Because все. Faith takes. Потому что вера берет. Say it. Скажите. What grace makes. То, что сделала благодать. And if we don't fix. И если мы не исправим. If we don't fix in our head. Если мы не исправим в своей голове. That Jesus paid the whole thing. Что Иисус заплатил уже за все. We are going to struggle. То у нас будут трудности. So a lot of people are confessing. И многие люди исповедуют. From their brain. Исповедуют из своего мозга. Oh, Jesus, heal me. Oh, Jesus, heal me. Jesus, heal me. By His stripes, I'm healed. By His stripes, I'm healed. By His stripes, I'm healed. But you're over here in the law. Но при этом вы остаетесь в законе. You're making a work. Вы трудитесь, это ваш труд, ваши дела. I need to pray more. I just need. I know I need to pray more. Еще больше молиться. Maybe I just need to give more. Может, еще нужно больше давать.
Those are all good things. Это все хорошие вещи. But you've moved them to the wrong place. Но вы перенесли их в неправильное место. Amen. Аминь. That's putting, you know, you're putting the new wine. That's the whole teaching of the new wine in the old wineskin. Это как раз то учение, о котором говорил Иисус, что мы наливаем новое вино в старые мехи. Jesus was teaching about you cannot put grace in the law. Иисус учил о том, что нельзя соединить благодать с законом. When he's talking about the wineskins, what is he talking about? Когда он говорит о мехах, о чем он говорит? Go study it for yourself. Пойдите изучите это для себя. But we're doing it, you know, we're full of the Holy Spirit, we're full of the Word of faith, we're full of God. Но мы полны Бога, полны Святого Духа, полны Слова веры. But we still think it depends on our works. А при этом продолжаем думать, что все зависит от наших дел. We got to get past that. Нам нужно отойти от этого. God loves you. Бог любит вас. Now we still have to give. Нам все равно нужно давать. We still have to confess. Нам все равно нужно исповедовать. We still have to pray. Нам все равно нужно молиться. But I'm not doing those as an act. Но я делаю это не просто как какой-то акт. To try to God get me something. Чтобы заставить Бога дать мне Come что-то. Come on, is somebody getting this tonight? Кто-то понимает вообще, о чем я говорю? These are so fundamental things about this. Это фундаментальные вещи. Let's go back to the scripture. Давайте вернемся к Писанию. So believing God is not cannot fall into this. И поэтому вера в Бога должна не должна быть здесь в этом месте. Believing God is a place of rest. Вера в Бога это место покоя. Where even every devil of hell can be in front of your face. Когда даже все демоны из ада прямо перед вашим лицом. And you can just say, God's got this. А вы просто говорите, Бог обо всем позаботится. There's a peace. У вас есть этот мир. That passes. Который превосходит. It passes. Превосходит. Your understanding. Всякое понимание. Everything in the sense realm. Все в сфере органов чувств. Says you're out of your mind. Говорит, что ты сошел с ума. That's not going to happen. Такого никогда не будет. But because you're in this place where the faith really is supposed to be, когда ты в том месте, там где вера действительно должна быть, you can just sit back. Ты можешь просто сидеть. And labor to enter into His rest. И трудиться над тем, чтобы просто войти в Его покой. Amen. Аминь. So make sure that you understand what I'm saying. The confession. Поэтому убедитесь, что вы понимаете, что я говорю. Исповедание это очень сильная штука. I confess scriptures every day of my life. Я каждый день исповедую Писание. Every day. Каждый день. I walk around and say, I'm more than conqueror. Я хожу и говорю, я больше, чем победитель. I can do all things through Jesus Christ that gives me strength. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. I have the mind of Christ. У меня разум Христов. Amen. The Lord is my shepherd, I shall not want. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. I'm enriched for every good work. Я богат на всякое доброе дело. I was blessed coming to Ukraine. Я благословен при въезде в Украину. And I'm going to be more blessed when I leave. И еще более благословен при выезде из них. Потому что написано благословен на входе, благословен при выходе. That is a conversation. Это разговор. I could have a conversation with you. Я могу вести с вами разговор. With all scripture. Только из мест Писания. Never say another word. Just sit there and scroll scripture. И не сказать ни одного слова. That's confession. Это и есть исповедание. Do you see what I'm saying? It's coming from a place of It's almost natural. Понимаете, это когда из вас исходит right. буквально естественно. Well, if you didn't get it, you didn't get it. I'm just kidding. Если вы ничего не поняли, то так ничего не поняли. Go watch the video. Придется видео Now let's finish this. It says, he never stopped believing God's promise. Итак, он никогда не переставал верить в Божье обещание. What happened? Что произошло? He was made strong. И он стал сильным в вере. Where? Где? In his faith. В своей вере. You see how it's all connected? I love this. And because he was a mighty in faith, he was convinced, unwavered, he knew that God had all the power needed to fulfill his promise. So the second part says, so now you can see. И во второй части сказано, теперь вы понимаете. Look at your neighbor and say, so now you can see. Посмотрите на соседа и скажите, теперь ты понимаешь. Димас, so now you can see. Теперь ты понимаешь. Why Abraham's faith Почему вера Авраама was credited была засчитана to his account. Была засчитана ему.
If we had another 4 days, oh my gosh. Если у нас было еще 4 дня, о Господи, что бы я вам рассказывал. Because now we're going to talk about the account of faith, and I'm not going to go there. Потому что нам пришлось бы рассказывать еще о счете веры, но у нас нет на это времени. That there was something in there. And God gave him credit for it. То есть и Бог дал, засчитал ему это. Amen. Аминь. To his account as righteousness. Была засчитана ему как праведность. Before God. Перед Богом. Now let me close my cups here, so you get the idea now. This is Abraham. Закончим с этими стаканами, чтобы вы поняли, о чем я. Здесь у нас Авраам. This is law. Тут закон. This is grace. Тут благодать. All that is left. Все, что осталось. Is the Abrahamic covenant. Это завет Авраама. Was a covenant of grace. Завет благодати. Because it's a covenant about righteousness. Потому что это завет о праведности. And the covenant that Jesus gave us и завет, который дал нам Иисус, is a covenant of righteousness. Это тоже завет праведности. Same covenant. Тот же самый завет. So the blessing of Abraham, поэтому благословение Авраама, according to Galatians 3, согласно Галатам 3, through faith, через веру, in the covenant, в завет, in the promise, в обещание, is available to you. Доступно теперь вам. Same covenant. В том же самом завете. Same process. Тот же самый процесс. Same promise. Те же самые обещания. I will bless you so you can be a blessing. Я благословлю тебя, чтобы ты был благословением. Amen. Аминь. And you can go back to the Old Testament, pull every promise. Вы можете вернуться в Ветхий Завет, найти все обетования. It's the same promise here. И увидеть, что это те же самые обещания, которые в Новом Завете. And Paul said it in Galatians 3, as he finishes chapter 3, he said, so that the blessing of Abraham could come upon you. И в конце 3 главы Галатам Павел говорит, чтобы благословение Авраама могло прийти на вас. The empowerment to prosper. Это сила для процветания. The favor of God on your life. Благоволение Божье на вашей жизни. Justified by faith. Оправдание по вере. Speaking faith. Провозглашение Living веры. Faith. Жизнь в вере. Acting like faith. Действовать как в вере. Amen. Do you see it? Вы видите это? Because the one thing I didn't want to come here is give you the 4 steps of word of faith. Потому что я не хотел прийти вам и дать просто 4 шага веры. Oh my gosh, we have what is it? 8? 8:10. We have time, Dimas? Yeah. Last point. 10 minutes. Okay. Yeah, we're done. Faith release. You ready? Вера высвобождена. Romans 10. Римлянам 10. 9 and 10. Римлянам 10:9-10. Well, you know what? Let's not waste too much time there because it's very simple. Не будем тратить на это время, потому что и так все просто. Faith release is once you're there, once you're at that covenant mindset. Вера высвобождается, когда у вас появляется вот это мышление завета. You're feeding yourself with the word. Вы питаете себя словом. Now you're speaking it. И теперь вы начинаете говорить это слово. That is the release of faith. Вот это и есть высвобождение веры. But you got to be careful not to receive. When you see it, you receive when you believe it. I lost it. Sorry. I believe Oksana's going to get this. Я верю, что до Оксаны это тоже дойдет. You don't? That was so deep, she goes like, wow. Было очень глубоко, она такая, ух ты. I can't even repeat what I was going to say. Sorry. Sorry, it's all right. Let's talk about something else. No, just kidding. Mark 11 said, you know, have faith of God. Talk to the mountain. Believe in your heart. Speak with your mouth. And pray. Right? So the prayer, all this is when you received it. I'm trying to give, you know, I'm giving you practical things. So when you make your list, I hope you make one. Когда вы сделаете этот список, о котором я вам говорил, надеюсь, вы его все-таки сделаете. You need to put the date on it. Вам нужно поставить на этом списке дату. You have to. Обязательно. Because this is how I do it. Потому что вот как я это делаю. I have a list, you know. Я делаю этот список. And Lord, I believe I receive today. Господь, я верю, что я принимаю сегодня. You know, and I speak the scriptures and promises and faith. Потом провозглашаю все эти места Писания, обетования в вере и так далее. So when tomorrow comes around, и когда наступает завтрашний день, I'm still going to pray. Я продолжаю за это молиться. So I said, Lord, I just want to thank you. Я говорю, Господь, я хочу поблагодарить тебя. Because yesterday, потому что вчера, I received. Я получил. I could speak scripture, so forth. Опять начинаю места Писания, тот список. 3 months later. Через 3 месяца.
I can guarantee you a lot of the things are starting to get checked off. Я гарантирую, что многие вещи из этого списка уже будут стоять с галочкой получено. But there's still few on there. Но останутся еще некоторые вещи. I don't even know what day today is. Today is what, April 5th? So now let's say, you know, I'm in June the 7th. I go, Lord, I just thank you because April 5th, I believed I received. И, например, 7 июня, я говорю, Господь, я благодарю тебя, что 5 апреля я верю, что я получил. You see, this is what separates И вот именно это отделяет нас. People that want to live by faith, это отделяет людей, которые хотят жить верой, to make a difference, и хотят принести разницу. To people that are, they're like, oh, that's a lot of work. От людей, которые думают, о, это все так тяжело и сложно. Okay, so that's fine. You can live from miracle to miracle. Ну хорошо, вы тогда можете жить от чуда к чуду. But I choose to live in the blessing. Но я хочу жить в благословении. It's just so much easier to live. Это значительно проще. I've lived in the miracle to miracle. Я тоже жил когда-то. God, I need a miracle. Господи, нужно еще одно чудо. And God will give you a miracle. И Бог даст вам это чудо. But that is hard. Но это сложно. I'm blessed coming in. А я благословен при входе. I'm blessed going out. И при выходе. Amen. Аминь. And this is the last instructions. И последняя инструкция. And if your pastor gives me permission, I'll close with another story and we will be done. Если пастор разрешит, я закончу еще одну историю и мы закончим. This will be worth your time. Она стоит вашего времени. Amen. Okay, last thing is focus. Everybody say focus. Последняя вещь это фокус. Скажите фокус. Say it three times. Три раза скажите. Focus, focus, focus. Because here we are in this little space of the believing. И вот мы попадаем вот в этот небольшой промежуток, когда нужно верить. Proverbs 4:21 says. Притча 4:21. Go ahead and read it. Наполни свои мысли моими словами, пока они не проникнут глубоко. Наполняй свои мысли моими словами, пока они не проникнут глубоко в твой дух. You translated the passion, yeah? Mm-hmm. Okay. So in this translation it says, fill your thoughts with my words until they penetrate deep. Everybody say deep. В этом переводе сказано, чтобы наполняй свои мысли моими словами, пока они не проникнут глубоко в твой дух. Скажите глубоко. Deep. Глубоко. Into your spirit. Глубоко в твой дух. This is the process. You're going to hear it with your ears. То есть это процесс. Вам нужно услышать ушами. You're going. We're humans. That's the way it works. Your mind. Мы люди. Это так работает. Вначале like, уши, разум. I'll tell you how it works. Расскажу, как это работает. Right now you are processing that scripture in your mind. Прямо сейчас вы обрабатываете это место Писания в своем разуме. But if you go home and think about it, если вы пойдете домой и будете о нем думать, and you go read it tomorrow again, и прочитаете его еще и завтра, and you think about it, и будете о нем думать, it will start penetrating, то оно начнет проникать into your spirit, в ваш дух. That's why we forget the sermons on Sunday. Вот почему мы сразу же забываем воскресные собрания. I make my church so nervous sometimes. Моя церковь иногда так нервничает. I say, what did I preach that Sunday? Я говорю, о чем я в прошлое like, воскресенье проповедовал? Ужас. Because it was good, it was mine. Это было хорошо, в разуме. They were inspired, yes. И они были вдохновлены. But as soon as they walked out the door, но как только они вышли за дверь, the devil stole it. Дьявол это украл. Because Mark chapter 4, потому что в Марка 4 says he comes immediately to take сказано, the word. Что он сразу же приходит, чтобы украсть. That's why focus is very important. Поэтому фокус очень важен. Very quickly. Очень быстро. Read these points, these bullet points as number one, we need to discipline our talk. Пункт номер один. Нам нужно дисциплинировать свою речь. Check what you say. Наблюдайте за тем, что вы говорите. And if you're married or you have a close friend that you talk to a lot, give them permission to correct you. И если вы жена в браке или у вас есть близкие друзья, дайте им разрешение, чтобы они исправляли вашу речь. My wife and I, we still need to work on this. Нам с женой еще много нужно над этим работать. It's just one of those things. Это одна из тех вещей, над которыми нужно you know, работать. You do this all the time. You have to work on this all the time. То есть постоянно приходится над этим работать. But you know how we fix this, Dimas? Знаете, как мы это исправляем? I got one. My wife, I said, from now on. Я говорю жене, с этого дня. Whatever you say. Все, что ты говоришь. I'm in full agreement with you. Я с тобой в полном согласии. And it shall come to pass. Пусть это сбудется в твоей жизни. Well, I'm just having a bad day. У меня плохой день. I'm in full agreement with that. Я с тобой в полном согласии. I'm believing God it will come to pass. Верю в Господу, что это сбудется. Boy, that gets your attitude right. С вас сразу правильное отношение вырабатывается. Sometimes I'm having a negative day and my wife says, I'm in agreement with that. Иногда у меня такой же день, и жена мне говорит, я с тобой тоже согласна. I don't know what I'm going to do. Не знаю, что мне делать. I'm in agreement with that. Я с этим соглашаюсь. I'm in agreement. It's going to come to pass. Я в согласии, это точно сбудется. That's like, whoa, pastor. Пастор, ты что? Well, yeah, but what happens if you say, instead of saying, I don't know what I'm going to do, I said, the Lord's going to make a way.
А что если вы скажете, вместо того, что я не знаю, что мне делать, Господь приготовит этот путь? I'm in agreement with that. С этим можно согласиться, с этим я соглашаюсь. И это сбудется. You got to discipline your talk. И вам нужно дисциплинировать свою речь. Amen. Amen. Stop talking about how bad it's in Ukraine. Перестаньте говорить о том, как ужасно жить на Украине. You think it's bad in Ukraine? Let's go to Cuba. Если вам на Украине плохо, поезжайте на Кубу. You'll be Slava Ukraina, Slava Ukraina. Yes, it's bad in Ukraine, but why do you keep saying it? Возможно, на Украине плохо, но зачем постоянно об этом говорить? Because you're supposed to say the things that are not. Потому что вы должны говорить о несуществующем, как о существующем. As though they are. Правда? So yeah, the Ukraine economy might be bad. Возможно, экономика на Украине плохая. But I thank God. Но я благодарю Бога. My economy. Что моя экономика. Is kingdom of heaven economy. Это экономика Царства Божьего. Glory to God. Amen. Amen. So discipline your talk. Так, дисциплинируйте свою речь. We need to learn the principle of framing our lives. Нам нужно учиться принципам, которые обрамляют нашу жизнь. There's a lot there, but it comes from Hebrews 11:3, where it says, God framed the world. Это очень много в этих словах. The universe. Framed the universe. В английском переводе в Евреям 11:3 сказано, что Бог обрамил мир, вместо сформировал или создал, написано, что он как обрамил мир. Framing includes words and focus. И в это обрамление входят слова и сосредоточенность. Seasons and times. Времена и сроки. Where there will be a wide angle frame. Когда у вас будет широкий угол обозрения. И также будут такие времена. When you must narrow your view. Когда нужно будет сузить свой угол зрения. Сейчас попытаюсь быстро объяснить, что я хотел сказать. One of my things I do, I like photography. I do a lot of photography. Я очень люблю фотографировать, очень много фотографирую. And you have all kinds of lenses and all kinds of things. У меня есть разные линзы, разные всякие примочки. And you have to learn how to frame a shot. И нужно научиться, как выставлять рамку фотографии. And you have to learn, you know, different techniques and so forth. То есть разные техники и так далее. But you know, for example, in a shot of a person, or I'll give you a tip. If you like to take picture of children with your phone, если вы любите фотографировать детей своим телефоном, get down at their level. Don't ever take it. Don't take. Oh, he's so cute. You get down right here. Ой, такой красивый сверху. Нет, нужно вот так вот встать и сфотографировать huge его на его уровне. In photography, that's huge. Фотография будет разница. Фотография будет огромная. Amen. Amen. What are you doing? You are on purpose framing something. Что вы делаете? Вы специально делаете совсем другую рамку. Because here's what happens. Что происходит? Let me illustrate it with the scripture there. 4:19, and we'll be done. Приведу пример с местом Писания. Римлянам 4:19. Romans 4:19. Римлянам 4:19. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. There were two things that Abraham could include in the wide-angle shot. Были две вещи, которые Авраам мог включить вот такую широкую рамку видения своей жизни. Of his faith. Или своей веры. That would be toxic to his faith. И эти вещи могли быть очень токсичными для его веры. He had to narrow his view. Но ему пришлось сузить вот это вид на свою жизнь. He could not consider his own body. Ему не нужно было смотреть на свое тело. He left that outside the frame. Он исключил это из рамки. And he could not consider the body of his wife. Ему не нужно было смотреть на тело своей жены. Because if he had, потому что если бы он смотрел на все, he would have become weak in faith. Он бы стал слабым в вере. So when I talk about focus, поэтому когда я говорю о фокусе, because this is really the meat, this is a take home tonight. То есть это та вещь, которую вам важно взять с собой домой. And hopefully you'll be inspired to believe God for something. И я надеюсь, что это вдохновит вас как-то верить Богу о чем-то. But if you're not careful, things will try to creep into what your focus is. Если вы будете неосторожны, то многие вещи попытаются влезть в ваш фокус. It includes negative people. Даже сюда войдут некоторые негативные люди. It includes good Christians that, you know, it's not that they're bad Christians, but they don't understand what you're doing. Или даже будут очень хорошие христиане, но они будут не до конца понимать, что вы делаете. You know, if you're dealing with sickness and disease, если у вас какие-то проблемы с заболеванием, and you know, it's maybe it's obvious on your body. Возможно, это очевидно по вашему телу, что вы болеете. And she says, "Oh, how are you doing?" И вас спрашивают, как у тебя дела? I've been praying for you. Я за тебя молюсь. And you're like, "Oh, by his stripes I'm healed." И вы говорите, его ранами я исцелен. Oh, but I saw that you were still limping. Но я вижу, что ты еще хромаешь. No, but I'm healed. Но я исцелен. No, you're not.
You're still limping. Не исцелен, ты еще хромаешь. You got a wide-angle lens. И у вас получается такая широкоугольная линза. Now we don't, you know, love her, be nice, be a blessing. Хорошо отнеситесь к этому человеку, поговорите с ним мило, культурно. But you got to narrow the frame. Но вам нужно сузить вот эту рамку. You can't consider anything else. Вам нельзя учитывать ничто иное. But what God said. Кроме того, что сказал Бог. Now the reason I said there's seasons in our life, we all go through seasons. Почему я сказал, что в нашей жизни есть времена и сроки? Потому что у нас у всех есть определенные сезоны. Аминь. And there are seasons where it's okay to have a wide-angle view of things. Есть такие сезоны, когда хорошо, когда у нас такое широкоформатное видение. You know, as a pastor, I have to have a huge look at things. И как пастору мне нужно иметь действительно такой широкий взгляд на вещи. You know, I got work in Mexico and Cuba, you know, four campuses. I got to have a big, wide lens. Потому что у меня есть работа в Мексике, на Кубе, четыре кампуса. То есть у меня должна быть такая широкая линза. But some, you know, and it's okay. И с этим все в порядке. And I can believe God for all of it. Я могу верить Богу обо всем этом. But there are other times, seasons in my life. Но есть другие времена и сроки в моей жизни. Where I got to narrow this thing down. Когда мне нужно сузить эту картинку. Because anything else comes into this frame. Потому что все, что пытается влезть в эту рамку. It's going to hinder my faith. Мешает моей вере. Amen.